Ребята, всем привет! Вы на канале Ушастик Kids, и сегодня мы поиграем с котиком Томом. Ребята, в сегодняшней серии к нашему любимому котику Тому приехал его брат, белый котик Том. Смотрите, какой он миленький, с белой шерстью и голубыми глазками. Вам понравился котик Том и его брат? Если да, ставьте ваши лайки, а я пока искупаю котиков. Ой, кажется, котик Том немножечко подрос и перешел на 93 уровень. Вот такой он у меня уже большой. А сколько лет вашему котику Тому? Напишите об этом в комментариях. Ну вот, брат котика Тома уже приступил к завтраку. Кстати, его брат очень любит кушать вкусную и полезную пищу. Он очень любит кашу и особенно овощи и фрукты. Смотрите, как он уплетает перец, огурцы. А вот мой котик Том сладкоежка. Он любит больше мороженое, пирожное и всякие сладости. Смотрите, сейчас он скушает целый торт. Вот это прожора. А вот его брат по-прежнему кушает фрукты. Он уже съел почти все фрукты, которые были в холодильнике. Ой, кажется, белому котику пора дать сжигатель жира. Смотрите, какие у него кругленькие щечки. Сейчас я найду его. Где же наша желтенькая бутылочка? Столько много у нас продуктов, а вот и она. Ну вот, он снова стал маленьким. А давайте-ка мы немножко погладим наших котиков. Смотрите, как они здорово мурчат. Ребята, а у вас дома есть котик? Если есть, напишите, как его зовут. И придумайте имя брату котика Тома, вот этому белому котику. Интересно, Том, кто из наших подписчиков придумает самое прикольное имя? Ну а теперь давайте-ка мы их переоденем. Сейчас выберем наряд для котика Тома. Столько много одежды. Даже и не знаю, что бы одеть. Может быть, гавайский костюм или футбольную форму. Это у нас костюм художника, ослепительный наряд и даже робота у нас костюмчик есть. Пару костюмов, даже скафандр. А давайте-ка мы оденем нашему котику Тому ослепительный наряд. А вот, костюм рэпера, точно. Здорово. Теперь поменяю-ка я ему цвет глаз. Сделаю, пожалуй, наверное, все-таки желтые глазки. Вот, да, ему очень идет. Ну, а теперь переоденем брата Тома. Оденем ему вот такой костюмчик. Они же все-таки у нас братья, так что выбрали им похожие костюмчики. Теперь предлагаю подобрать какие-нибудь стильные очки, например, вот эти очки для вечеринки. И давайте-ка мы сделаем ему какую-нибудь классную прическу, которая подойдет под наш костюмчик. Сейчас мы что-нибудь выберем, шапки не будем одевать, даже рога тут у нас есть. И пакет нам тоже не подойдет. Давайте-ка мы сделаем ему вот такую стрижку. Ну вот, оба наших котика Тома собраны. Какой вам из котиков понравился больше? Напишите в комментариях. А теперь давайте-ка мы им сделаем разные гостиные. Выберу котику Тому вот такое красненькое кресло, а его брату зеленое. И зеленый телевизор. Теперь поменяю пол и заменю ковер. Осталось только переклеить обои. Пожалуй, оставлю желтые обои, а в соседней комнате выберу-ка я, может быть, бамбуковые, или даже, ну вот, сделаем обои под кирпич. Комната готова. Ну вот, теперь у котиков новые гостиные комнаты. Ребята, кстати, а вы уже подписались на наш канал Ушастик Kids? Обязательно, обязательно подписывайтесь. На нашем канале вы найдете много-много интересных видео, которые выходят каждый день про котика Тому
и кошечку Анжелу, а также их друзей и еще много-много всего интересного. Ну а теперь я думаю, что нам пора немножечко поиграть и передать приветы для наших любимых подписчиков. Первый привет сегодня у нас летит для Вероники Суворовой и Ксюши Ионовой, а также Дианочки Ананиной. Большой-большой вам пушистый приветик, девчонки! Алина Ступни и Даша Гультаева, а также Вероника Соколова. Вам тоже огромный привет от котика Тома. Илиночка Малязина и две очаровательные сестрички Ангелина и Настюша Жданюк. Большой-большой вам привет! Спасибо большое, что выбрали наш канал. Мария Литовка и Артем Москвин. София Борисенко, Юля Припадчева, Аня Кецман, Вика Третьякова и Полиночка Шишигина. Большой пушистый вам приветик, друзья! Оля Рубцова и Саша Гаврилова, Артем Москвин и Света Васильева, а также Сугдиена Кудратулаева. Большой-большой вам всем приветик! Сюзанна Сирман и Люба Николаевна, Сафура Исаева и Алисочка Матвеева, а также Лера Полищук и Лерочка Самойлова. Вам тоже большой-большой привет! Кстати, вы заметили, пока наши два котика соревнуются, Анжела пришла и наблюдает, кто же из них сегодня выиграет, кто посетит наибольшее количество планет. А мы передаем приветы дальше. София Ткаченко и София Крыгбаева, Олечка Трубина и Ирочка Ясько, Анюта Исаева и Вика Шелякина, Полина Скрибель и Софья Соловьева, Николь Каменщикова, Вика Моисеева, Алена Жеребцова и Лиза Ходос, Алина Пестова и София Сосницкая, Ника Кузнецова и Доминикана Фукс. Большой-большой вам всем привет! Ангелина Лойко и Ирочка Никитина, Малика Туксанова и Ариночка Попова, Ангелина Залуцкая и Ксюша Бурмагина, а также привет для Чары и Азриэль Дримур. Большой-большой вам приветик! Привет для Нурая, Софьи Донецка, Алины Дегтярь и Даши Бабенко. Вот такое у нас сегодня огромное количество приветов. Ну а теперь давайте-ка накормим наших котиков чем-нибудь вкусным. Тома накормим его любимым шоколадным тортиком, а его брат выпил чашечку кофе и съел немножко его любимых овощей. Ребята, а что любит кушать ваш котик Том? Пишите в комментариях, какая у него самая любимая еда. Кажется, котик Том решил сходить в магазин и накупить себе еще целую кучу сладостей. Смотрите, почти полная корзина сладостей. Ого! Еще целая куча тортиков и пряничных человечков, и целая куча шоколадных тортиков. Том, ну ты и сладкоежка, когда же ты это все съешь? Ну а теперь давайте-ка сделаем новую кухню для наших котиков. Поменяем холодильник, заменим скатерть, переклеим обои и сделаем новое окошко. А вы, ребята, смотрите, чья кухня получится самой красивой. Ну вот, котик Том уже завершил ремонт, а его брат еще продолжает. Вот и готова вторая кухня. А теперь скорее демонтировать спальню. Котик Том выбрал зеленую кроватку и постельное белье желтого цвета с ракетами, ночник в виде планеток и обои бамбукового цвета. А теперь осталось только повесить картину. А вот его брат выбрал картину, где Том и Анжела, и поставил себе супер милую кроватку. Ну а теперь самое время нашим котикам немножко отдохнуть. Сейчас переоденем их в пижамки. Давайте-ка оденем им пижаму для вечеринок. Это одна из моих любимых пижамок.
И белого котика тоже переоденем. Ну а теперь скорее в кроватку. Ребята, с вами был канал Ушастик Kids. Обязательно подписывайтесь, ставьте ваши лайки и смотрите новое видео, которое выходит каждый день. И помните, мы с котиком Томом всегда рады новым друзьям. Всем пока-пока!